Итак, друзья, напоминаю вам о том, что работа на создание базы канала продолжается. Если вы хотите принять в этом участие, вы можете перечислить абсолютно любую сумму денег на предоставленные реквизиты, которые вы увидите к описанию к ролику. А если вы не можете помочь материально, то можете, просматривать до конца рекламу и в конце видео ставить лайки. Всем спасибо! Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Сегодня тема у нас будет не о собаках, а продолжим наш хвост-блог. Итак, друзья мои, те, кто, у кого есть частное подворье, часто используют мотокосу, да, вот такой вот. И этот инструмент достаточно большой и занимает очень много места в гараже, где-то в доме. А если у вас вот такая вот ситуация, как у меня, такой, ну, небольшой, собственно говоря, домик, да, то здесь каждый квадратный сантиметр, ну, очень нужен. И поэтому такой габаритный инструмент хранить, ну, достаточно проблематично. Я нашел выход из этой ситуации. Итак, когда вы использовали косу, вы приходите домой, подвешиваете ее под потолок. Она у меня лежала здесь на кровати целую неделю. И, собственно говоря, мне каждый день ходили и высказывали, что не должно это занимать, это именно это место. Поэтому я придумал вот такую вот конструкцию. Конструкция достаточно простая. То есть, я просто взял три досточки, три обрезка доски, сшил их вместе. Ну, естественно, только что смотрите, что швы эти должны быть достаточно усиленные, потому что, как бы, если вот как у меня коса, да, то есть три лошадиных силы, то здесь сам агрегат, он весит порядка 9 килограммов. А если еще и бензобак заполнен, то и того больше. Ну и, соответственно, значит, как бы, помимо саморезами скрепленными, здесь еще все укреплено уголками. То есть, ну вот, их тут видно. Здесь вот они тоже присутствуют. И сам, скажем так, вал с редукторами у меня подвешен на цепочку. То есть я вот снял цепочку, снял косу и пошел косить, соответственно. Пришел, подвесил, положил сам аппарат на этот, на коробочку, зацепил цепочку, и все, у меня как бы вот так вот эргономично я использую свою территорию. Соответственно, всех призываю к тому, чтобы вы соблюдали технику безопасности, да, то есть косить нужно обязательно в очках, чтобы у вас были надеты наушники. Если кому-то это пригодилось, видео, можете поставить лайки. И с вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег, тема «Хвостблог» наш. Всем спасибо!